Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». С каждым днем весна все активнее вступает в свои права, и желание проводить выходные дома становится все меньше. Куда сходить в Самаре на этих выходных, я расскажу прямо сейчас. В эту субботу Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской приглашает зрителей на спектакль «Сны о Гумилеве». Вы не только узнаете о жизни удивительного человека и поэта Серебряного века, но и сможете понять его девиз «Победить самого себя». После спектакля каждый сможет принять участие в свободном микрофоне, прочесть любимые произведения русских и зарубежных писателей, а также стихи собственного сочинения. Спектакль начнется в 17:00. Вход свободный. 13 апреля музей-галерея «Заварка» проведет фотопрогулку «Детали доходного дома». Городская экспедиция позволит оценить количество доходных домов в Самаре и запечатлеть на снимках их современное состояние. Под руководством художника и фотографа экскурсанты обратят внимание на отдельные, неочевидные архитектурные детали, знаки, символы и надписи на зданиях. Сделанные снимки объединят в несколько коллажей. Получившийся собирательный портрет самарского доходного дома покажет, как архитектурные постройки влияют на нас и наши чувства. Чтобы принять участие, не обязательно быть профессиональным фотографом, но не забудьте взять с собой камеру или мобильный телефон. Прогулка начнется в 14:00. День в кругу семьи можно провести в Центральной городской детской библиотеке. 14 апреля там покажут теневое представление по мотивам книги Сэма Макбратни «Знаешь, как я тебя люблю». Это книжка для детей и их родителей, для внуков и внучек, бабушек и дедушек, для влюбленных и для всех, кто любит, любил или хочет любить. После представления с детьми побеседуют о родительской любви и посчитают, сколько объятий нужно для счастья. А также каждому представится возможность смастерить открытку по мотивам книги. Представление начнется в 11:00. В воскресенье 14 апреля Самарский литературный музей приглашает на встречу на уютном вечернем мастер-классе, где есть возможность пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое из истории моды, культуры и искусства и сделать своими руками сувенир, который можно унести с собой. В этот раз мастер-класс пройдет в технике макраме. Начало в 16:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.